как мать, я прочно усвоила, что дети и родители вечно спорят об одном. Нет! Это правило. Но говорить «нет» 50 раз в час? Нет. Ни в коем случае. 100 «нет» в обед. Часть моей работы. Нет. Однако скоро все изменится. Вы знаете про день «да»? Это тема, когда родители целый день говорят «да» на все просьбы детей. Радикально! И я узнаю об этом только сейчас? Но день «да» — это типа весело, а мама с папой у нас зануды. Мы умеем веселиться. Когда-то мы всему говорили «да». Мы вам докажем. Серьезно? Сделаем это! Арриво! День «да»! Кто готов ко дню «да»? Элли сделает тебе макияж. Доверься мне. Да. Мне нравится, что ты используешь акварель. Открыть окна! Слушай, что? Что нам делать? Только три буквы. М, Е, Т. Открыть окна! Это будет шикарно! В атаку! Вообще донести! Видишь, я не всегда зануда. Вам с папой до конца дня не протянуть. Папочка, ты живой? Не хочу портить веселье, но я выдохся. Ты едешь домой? А я уже почти поверила, что ты изменилась. Я говорю с детьми таким тоном, что я сама бы от себя сбежала. Если мы правда хотим что-то изменить, нужно идти до конца. Я хочу выиграть эту гориллу своим детям. Я тебя сделаю. Я выиграла! Это моя горилла! Замрите, пожалуйста. Ой. А можно переснять? Пристегните ремни! Что происходит?